тебя спрашиваю, я не знаю. Не бойся, ничего не случилось. Все живы, ничего не случилось. У нас запись в видеорегистраторе. Ничего не случилось. Вообще в хлам, на красный БМВ пошло. Охренеть. А я на твою мать! Возможно, сопротивлялись и нередко принимали мученическую смерть. Известен случай, когда нескольких мирян за отрицание западного календаря... Продолжайте движение 5 километров, 400 метров... Приехали, блядь. Слушай, Катя, а ты помнишь свое отчество? Ну, не так для себя, чисто поржать. Не помню. Вообще не помню. Помню только последние три буквы. Вна. Оно просто неизвестно, там поток это такая вещь, она или поднимается, или не поднимается, он не может там плохо работать. Ух, нихера себе, блядь. Поворот направо.
ебать! Ребята, блядь, вот вы попали. Ага. Сейчас я все еще поставлю и все свободно будет. Потом давай кушать. Блядь. Ёбаный ты в рот. Сломала? Ёбаный ты в рот, блядь. Давай проезжай, надо это самое. Во-первых, мы свидетели. Проезжай, проезжай, проезжай. Может, помощь нужна? Гаишники. Ну, гаишники, это гаишники. Попалось. Катя, в порядке? Видел? Не видел? Я не прав. Я не прав, да? Оставалось, и он решил на эти деньги купить квартиру. Ой, квартиру, машину. Ой, мама мия! Руководитель столичного главка МВД Анатолий.